Казанские модницы сегодня стриглись под Барбару Брыльска, а еще делали Бабетта и Гарсон. В музее соцбыта прошел парад советских причесок. Вспомнить тенденции прошлого века, времен дефицита, решили в преддверии праздника 8 марта. Нашему корреспонденту Маргарите Петровой стилисты умудрились сделать прическу даже из консервной банки. Сначала наденем его, теперь мы его соединим. Можно было прийти в советскую парикмахерскую, там стояли такие сушуары стационарные, они были похожи на какие-то космические, какие-то футуристические объекты. Он надувается на голове, смотрите. Наводить подобную космическую красоту в парикмахерских начинали с 7 утра, чтобы к 9 женщины могли появиться на работе уже при параде. Конечно, творили и дома. Магазины ассортиментом не радовали, помогала фантазия. Например, бигуди делались из алюминиевых трубок. Кстати, паяльник можно было использовать не только по назначению. Делали из паяльника вот такую вот электрорасческу. Популярные образы советских лет в музее восстановили в честь весны. Самый ранний – делегатка. После революции хорошим вкусом считалось отсутствие лишнего. В Америке похожий стиль назывался боб. Прически часто приходили из-за границы с помощью кинофильмов. Например, в 60-х сеткой картофеля на рынке можно было встретить женщину в образе Бриджит Бардо. Этот образ уютный, поскольку кремплем очень теплый. И приятно находиться в том, что раньше считалось пиком моды, и женщины были готовы стоять в огромных очередях ради того, чтобы получить лоскуток ткани кремплена. С помощью сладкой воды вместо мусса делался гарсон. В народе эта укладка называлась «Зимняя вишня». Еще одна кинолегенда – «Маленькая Вера». В конце 80-х на улице появились и металлисты, а больше всего женских сердец не устояло после выхода фильма «Бабетта идет на войну». Чтобы быть красивыми, советским женщинам часто приходилось идти на хитрость. Например, для того, чтобы воссоздать на голове Бабетту, нужно было использовать не только парик, но и консервную банку. Мне очень комфортно, но ведь красота требует жертв. Маргарита Петрова, Амир Залишев, ТНВ, Казань.